Вот уже больше года я внимательно наблюдаю за деятельностью одного из российских политиков, которого, наверное, правильно назвать будет политиком-блогером, за деятельностью Николая Платошкина. Почему я подчеркнул, что он политик-блогер? Дело в том, что его феномен связан прежде всего с тем, что существует интернет. И он уже не один такой. Сюда также смело можно отнести Валерия Соловьева, Екатерину Янгалычеву и так далее. И уже ясно, что они всего лишь первые ласточки. Платошкиных, Янгалычевых, Соловьев будет еще много. Вернее, очень и очень много. Но Платошкина нельзя не выделить как блестящего интеллектуала, что в нашей политике, увы, очень редкое исключение. И именно этим, я думаю, он и привлек к себе людей. Людям просто уже надоело смотреть на экране на откровенно недалеких людей. На Путина, на Зюганова, на Жириновского. Причем даже на Жириновского. Тот уже тоже настолько всем надоел своей клоунады, что она скорее отвращает от него людей, а не привлекает их к нему. Нормальных же людей номенклатура уже давно не выпускает на телевизионный экран. После того, как власть великого Путина более или менее закрепилась, там осталось место только для номенклатурного начальства и для его халуев. Но, к счастью, появился интернет, а значит и трибуна для действительно умных и высокообразованных людей. Для меня также важно, что Николай Платошкин – человек левых убеждений, но при этом не коммунист, а социалист. Я, понятно, много лет был коммунистом, и был коммунистом не ради карьеры, а потому что искренне верил в эту идею, а также верил в то, что в бедах нашей страны виновата не эта идея, а ее сталинская уродливая интерпретация, так называемый научный коммунизм. И нужно отметить, что научный коммунизм так и не был приведен в соответствие с настоящим коммунистическим учением и после разоблачения культа личности Сталина. Что при Хрущеве, что при Горбачеве. Но я и не социалист, как Платошкин, и давно уже убежден, что будущее за новым левым учением, учением ноосферным. Мы еще не начали разговор об этом учении, но предварительный разговор уже идет. В моих роликах Роберт Мартини и циклах моих рассказов о моем романе «Темное пламя». Ссылки на ролик Роберт Мартини и на плейлист рассказов о моем романе «Темное пламя» будут на конечных заставках. Не так давно я на моем канале на Дзене опубликовал статью Николаю Платошкину предъявлено обвинение. Вот как она выглядит. Эта моя статья стала ответом на статью на странице Николая Платошкина ВКонтакте. Статья эта называется «Торжество абсурда и идиотизма». Вот как выглядит страница Николая Платошкина ВКонтакте. Так вот, указанная моя ответная статья на нашем канале на Дзен стала хитом. У нее сейчас уже более 47 тысяч зачитываний. И она там сейчас, так сказать, абсолютный чемпион, что для этого канала пока редкость. Он у меня создан только 24 июля, и ему нет еще и полгода. Почему так произошло? В статье я впервые подчеркну, в чем категорически не согласен с Платошкиным. А именно с его постоянным воспалением Советского Союза и Сталина. До того я Платошкина практически всегда и везде поддерживал. Под статьей уже более 1800 комментариев, и ссылка на нее, понятно, будет под роликом. Тому, кого заинтересовал этот вопрос, думаю, нужно ее прочесть. Почему я категорически не согласен с воспалением Платошкина Советского Союза и Сталина, и почему меня это крайне настораживает, я расскажу дальше, в следующих роликах. Думаю, о данном политике их нужен специальный цикл. Впрочем, кое-что уже можно понять из моего ролика, почему у Путина не получилось поднять Россию с колена или что такое политаризм. Ссылка на него есть в подсказке. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно увидите на конечных заставках. Напоминаю, этот ролик продолжение. Предыдущий ролик будет на конечной заставке. В подсказке будет ролик, почему у Путина не получилось поднять Россию с колен, или что такое политаризм. Он, как надеюсь, станет дальше очевидным, имеет отношение к делу.
поскольку Платошкин настораживает прежде всего игнорирование политарной системы в СССР. Также напоминаю, что этот цикл роликов породила моя статья на ЦЕМ Николаю Платошкину предъявлено обвинение. Она у меня абсолютный хит канала. У нее сейчас более 48 тысяч дочитываний и более 1800 просмотров. А для моего канала это пока не характерно. Он у меня еще молодой, ему нет еще и полугода. Вот как эта статья выглядит. Эта статья стала ответом на статью на странице Николай Платошкин ВКонтакте. Та статья называется «Торжество абсурда и идиотизма». В этой статье автор, видимо, сам Николай Платошкин, сравнил современную ситуацию в России с ситуацией в вымышленной стране – Океании. Ее придумал эту страну английский писатель Джордж Оруэлл в романе 1984. И в этой стране сажали в тюрьму за так называемые «мысли преступления», доказательства которых получали чудовищными пытками. Адвокат же Платошкина сравнил нынешнюю ситуацию в России с 1937 годом. И с этим очень сложно не согласиться, поскольку обвинение в адрес Платошкина сформулировано следующим образом. Лучше зачитаю. Платошкин призывал к массовым беспорядкам путем маскировки этих призывов под призывы к законным митингам и выборам. Но здесь есть одно «но», и очень серьезное. Николай Платошкин открытый сталинист. И открыто восхищается что Сталином, что советской системой. Как я уже сказал, при этом откровенно игнорируя тот факт, что система в Советском Союзе была политарной, и политаризм в нашей стране установил именно Сталин. А он, как политолог, не может не знать этого факта. Ролик о политаризме, как уже сказал, будет на конечной заставке. Самое же главное, роман Джорджа Оруэлла 1984, это как раз политическая сатира на политаризм, или другое название на азиатский способ производства. И не на какой-нибудь абстрактный политаризм, а именно на советский политаризм. И созданы именно Сталином, восхищающим так Платошкина. А чудовищные судебные и следственные процессы в Океании, изобличающие людей в мысли о преступлениях, это политическая сатира на чудовищные судебные и следственные процессы в Советском Союзе при Сталине в 1937 году. По сути, Николай Платошкин за что боролся, на то и напоролся. Конечно, все порядочные люди должны сделать все, что могут, чтобы прекратить этот театр абсурда в отношении Николая Платошкина. Но, повторяю, указанный нюанс не может не привлекать к себе внимания. Как уже сказал, более детально о том, что такое политаризм, лучше посмотреть в указанном ролике. Здесь же скажу, что политарная система сформировалась в Советском Союзе окончательно в 1933 году. И нужно сказать, что она сформировалась во многом не только на практике, но и теоретически. В 1933 году академик Струве по поручению Сталина просто вымрал из коммунистической теории этот самый азиатский способ производства и разработал, как это называется на жаргоне ученых, пятичленку. Согласно этой концепции, которую Сталин сотоварищи назвали научным коммунизмом, в истории человечества было только пять формаций. Первобытная, общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, ну и социалистическая, коммунистическая. Шестая, политеризм, из научного коммунизма исчезла, необратимо изуродовала коммунистическое учение. И Сталин не мог не понимать, что он творит, не мог не понимать, что он предает дело коммунизма и левое дело в целом. Думаю, мы разовьем эту тему в следующих роликах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заставках. Напоминаю, этот ролик уже третий из цикла роликов, задуманных мной о деятельности Николая Платошкина. Кстати, есть интересная новость, лучше зачитаю. Первый ролик я уже разместил не только на Ютубе и на Дзене, и на Дзене он уже набрал 83 306 просмотров. Вот такая интересная разница с Ютубом. На Ютубе аж 275 просмотров. Похоже, разные все-таки у нас сформировались аудитории на каналах. Это еще не все, есть еще одна новость. Я недавно завел канал на Яндекс.Эфир. Согласен, эта новость сама по себе, все-таки еще одна возможность для заработка, ссылка будет под каналом. Как там идут финансовые дела, я как-нибудь расскажу. Да, кстати, думаю, мне вообще давно уже пора рассказать о том, как идут мои финансовые дела в интернете. Но вот, все, как говорится, что-то отвлекает. Можете, кстати, я тону в текучке,
Поэтому можете смело мне напоминать о том, что об этом пора рассказать в комментариях. Это будет, думаю, не лишним. Фильтры эфира почему-то мой ролик второй по Николаю Платошкину не пропустили. И теперь я боюсь его выкладывать даже на Дзене. Там требования еще, пожалуй, круче, чем на Ютубе. И вот опасаюсь, как бы дело вообще не закончилось блокировкой. Или как это называется на Дзене, ограничением канала. Но, наверное, я все-таки рискну. Ну и, собственно, к деятельности Платошкина и что меня в ней настораживает. Да, кстати, вот как Николай Платошкин выглядит. Напоминаю суть первых роликов. В них я рассказал, что в Советском Союзе не было никакого социализма, а была другая общественно-политическая система. И она известна науке еще с 18 века. Исследователи называют ее политаризм, современные исследователи. Старое название этой системы – азиатский способ производства, или сокращенно АСП. Но в СССР об этом номенклатура, понятно, молчала, как рыба об лед. Нам она заявляла, что у нас развитой социализм. Продолжает она об этом помалкивать и в Российской Федерации, что тоже вполне понятно. И понятно, что в Российской Федерации нет никакого капитализма, как они сейчас утверждают, у нас по-прежнему классический политаризм. Только в Советском Союзе он был прикрыт коммунистическими лозунгами, а у нас он прикрыт, скажем так, либерально-православными. Суть марксистско-ленинского учения в этом вопросе в том, что оно не считает, что общественная собственность на средства производства является гарантией от эксплуатации человека человеком. Как нас все 70 лет так называемой советской власти учили так называемые научные коммунисты. Ну и понятно, Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин полностью признавали концепцию о политаризме, вернее учение о политаризме, она была органичной частью марксистско-ленинского учения. Но в прошлом ролике я уже сказал, что в 1933 году академик Струве по личному приказанию Сталина выморал АСП из научного коммунизма, а Сталин запретил его изучать в советских учебных заведениях. Ну, я думаю, несложно догадаться, почему. Но это было не единственным преступлением Сталина перед коммунистическим делом и вообще левым делом. Было еще в этом плане и второе преступление, какое я уже сказал. Он объявил, что общественная собственность на средства производства является гарантией от эксплуатации человека человеком. Это положение научного коммунизма так и не было разоблачено, что Хрущевым, что Горбачевым, ну, в полной мере это касается и Брежнева, и Зюганова. А вот только сделать это пора. Исходя из настоящего марксистско-ленинского учения, общественная собственность на средства производства не только не является гарантией от эксплуатации человеком, а в условиях политаризма, напротив, невероятно усугубляет эксплуатацию. Например, Карл Маркс приветствовал завоевание Индии, Англии, потому что Англия начала активно внедрять в Индии институт частной собственности, а это снижало эксплуатацию человека человеком по Марксу и тем облегчало участь простых людей. Главная же особенность политаризма, что в его условиях простых людей эксплуатируют не частные социальные паразиты, рабовладельцы, феодалы и капиталисты, а социальные паразиты коллективные. Современные исследователи называют их номенклатурой. И именно номенклатура была господствующим классом в Советском Союзе, господствующим классом остается и в современной путинской России. Это азбука политаризма, хорошо известная каждому политологу. Точнее, будет даже сказать, это азбука политологии политаризма. Но Николай Платошкин в своих публикациях упорно игнорирует этот факт. Более того, он везде расхваливает Советский Союз и Сталина. Вот и задумайтесь, может ли это не настораживать. Разговор об этом мы продолжим в следующем ролике. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. В этом ролике я хочу остановиться на образе Сталина. Николай Платошкин много говорит о Сталине и практически никогда не скрывает своего восхищения им, что тоже наводит на размышления. Если говорить об образе Сталина, который сейчас вовсю рисуют сталинисты, то он у них кругом положительный, а особенно они подчеркивают его аскетизм и скромность быту. Но это далеко не так. Настоящий Сталин никогда не был аскетом, и ему никогда не была присуща скромность в быту. Это уж не говоря о том, что его положительность – это, мягко говоря, перебор. У Сталина была очень нездоровая тяга к роскоши. И эта тяга к роскоши ничем не отличается
от тяги к роскоши Владимира Путина, которая недавно получила всероссийскую известность, да и не только всероссийскую известность, благодаря расследованию Алексея Навального о дворце Путина. Сталин же построил себе огромное количество дворцов. Причем делал он это в самые страшные, в самые голодные годы для нашей страны. Это уже не говоря о том, что дворцы царской семьи Романовых тоже были в его полном распоряжении. Поговорим об этом предметно. Я предлагаю здесь опереться на свидетельские показания, так сказать, его дочери, Светланы Аллилуевой. Еще до войны он завел себе массу резиденций в разных концах страны, которых, по свидетельству Аллилуевой, лучше зачитаю. С годами становилось все больше и больше. Это из книги «20 писем». Продолжали их активно строить и после войны. В первом же годе после войны он предпринял автомобильную поездку по стране, чтобы, опять же, по его словам, как написала Аллилуева, посмотреть своими глазами, как живут люди. Люди жили в землянках и в развалинах. Далее Аллилуева пишет. После этой поездки на юг там начали строить еще несколько дач. Теперь они назывались госдачи. Построили дачу под Сухуми, около Нового Афона. Целый дачный комплекс на Рице, а также дачу на Валдае. Далее в книге «Только один год» она отмечает. Сталин строил все новые и новые дачи на Черном море, еще выше в горах. Старых царских дворцов в Крыму, бывших теперь в его распоряжении, не хватало. Строили новые дачи возле Ялты. Понятно, строили не только на юге, строили и на севере. Вот что пишет Аллилуев, опять же, в книге «20 писем». Только под Москвой, не считая Зубалова и самого Кунцева, были еще Липки, старинная усадьба по Дмитровскому шоссе с прудом, чудесным домом и огромным парком с вековыми липами. Семеновская, новый дом, построенный перед самой войной, возле старой усадьбы с большими прудами, выкопанными еще крепостными, с обширным лесом. Теперь там государственная дача, где проходили известные летние встречи правительства с деятелями искусств. И это было далеко не все. Сталин строил все дворцы по всей стране буквально как с ума сошел. Например, многочисленные дачи в Грузии, в районе морского курорта Зугдиди, в районе водного курорта Цхалтуба. И список можно продолжать долго. И есть вопрос, зачем. И объяснить это ничем, кроме патологической тяги к роскоши, невозможно. Сталину нужно было буквально разорваться, чтобы отдыхать во всех этих дворцах. Вот опять же, что отмечает Аллилуева. Отец бывал там очень редко, иногда проходил год, но весь штаб ежедневно и еженочно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности. Здесь также нужно добавить, находился он в этой полной боевой готовности за государственный счет. Вот какой был Сталин аскет, по свидетельствам его собственной дочери. Можно также опять добавить, что они здесь во многом схожи с Владимиром Путиным. И мне даже иногда кажется, что эта история с дворцом Путина сейчас всплыла далеко не случайно. Похоже, сама судьба помогает нам понять, как опасно возвеличивать таких людей, как Сталин и Путин. Среди литературоведов есть мнение, что самый достоверный образ Сталина удалось создать Михаилу Булгакову в повести «Собачье сердце». Этот образ – это образ Шерикова. Да, литературоведы считают, что прототипом Шерикова был Сталин. И одна из причин, почему они так считают, что ведь настоящая эта фамилия Сталина, извиняюсь, настоящая эта фамилия Шерикова, не Шерикова, а настоящего фамилия Чугункин, Клим Чугункин, если не забыли. То есть она созвучна фамилии Сталина, она тоже железная. Вторая эта фамилия Джугашвили Сталин, тоже, так сказать, железная. Это пора, и ой, как пора вспомнить. А равно понять, как много общего у таких личностей, как Путин и Сталин, Шериков, Чугункин. И откуда идет эта их нездоровая тяга к запредельной и, самое главное, совершенно безвкусной роскоши. Природу, кстати, безвкусной тяги Шерикова к роскоши. Гениально, опять же, удалось передать Михаилу Булгакову всего лишь двумя словами Шерикова. Шикарный галстук. Вот этот эпизод. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики.
Какие именно, увидите на конечных заставках.